Зацените. Хоти прыгнуть? Устроили нам отдых? Нет, это наша работа. Как там на свободе? О, красиво же. Будьте осторожны. Беру мам. Две. Чего они от нас хотят? Не очевидно ли? Всем вместе. Всего 40 кеветов мили пустыни. Шумите, не стесняйтесь. Вас никто не услышит. Несмотря на их планы, находим слабости. У знакомых мужиков две слабости. Одна – их эго, вторую все знаем. Что? Даже пивка захотелось. Делать или умирать. Я сбегу. Посмотрим, какой мужик. Ага. За работу делай, что умеешь.